Демченко додав, що прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби зрозуміти місця дислокації, кількість і, власне, завдання бойовиків. Так само у нашій Держприкордонслужбі додали, що Росія натомість вивела майже всіх військових із Білорусі. І, зокрема, є інформація, знову ж таки, Дендрія Демченка, що це відбувається в рамках ротації. Кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом тільки зменшувалася і нещодавно взагалі зафіксували цю кількість на рівні до 2000 військових, каже Демченко. І наразі відбулася чергова ротація. Тепер уже практично всі російські військові виведені із території Білорусі. Детальніше про те, що там відбувається, будемо з'ясовувати у Павла Латушка. Це заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Пане Павле, я вітаю вас в нашому ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, бачимо інформацію від білоруського ГУНА, і наша Держприкордонслужба повідомляє, що дійсно вагнерівці переміщаються у Білорусь. А яка є у вас інформація з цього приводу, можливо, про їхню кількість і про завдання фактично, що вони там будуть робити? Ну, вчора була інформація, що це порядка 200 чоловік, які прибувають з цілею проведення інструктажу на території Білорусі для військовослужбовців Білорусі. Міністерство оборони Лукашенка дає інформацію, що це для территориальной обороны, не для регулярной армии. Но мы понимаем, что речь идет, скорее всего, и о силах специальных операций, а также о регулярных подразделениях, регулярных вооруженных сил Белоруссии. Сегодня то, что может сделать Лукашенко, с учетом его публичных заявлений о том, что вагнеровцы могут находиться на территории Беларуси, на что ему хватит ресурсов и денег, это именно инструктора. Потому что для того, чтобы находилась иная группировка, может быть, полностью ЧВК или какая-то большая ее часть на территории Беларуси, для этого необходимо иметь, первое, финансы, а второе, необходимо изменить законодательство Беларуси. Потому что граждане иностранных государств, частные военизированные компании не могут находиться на территории Беларуси. По крайней мере, нам неизвестно на сегодняшний день, чтобы Лукашенко подписал какой-либо указ или, как он любит подписывать, декреты, имеющие высшую силу в отношении закона, и изменил законодательство и позволил бы ЧВК «Вагнер» находиться в большом количестве на территории Беларуси. Но это абсолютно не означает, что это не произойдет и что такой документ не может быть подписан в ближайшее время. Скорее всего, он и готовится. А щодо Пригожина, чи відома вам ще якась інформація? Тому що, от, наприклад, Американський інститут вивчення війни пише про те, що Путін зараз хотів би, власне, позбутися Пригожина, але натомість зберегти приватну військову компанію Вагнера. Ну, Пригожин сфотографувався в Білорусі, по крайній мірі, так він опублікував свої канали. Ну, його тут є дискусія, був ли він дійсно в Білорусі чи ні. Ми знаємо, що неоднократно його самоліт прилетал в Беларусь. Понятно, что пока нет фотографий, где он там высаживается из самолета, выходит или возвращается на свой борт. Пригожин вообще проводит пиар-компанию. Мы это с вами видели и в России, когда он был на территории оккупированной Российской Федерации Украины, и в России, именно если он ориентируется на российскую публику, мы это видим и сейчас. То есть он сейчас хочет показать, что он такой простой человек, в отличие от Шойгу, Герасимова. Он может ночевать в лагере вместе со своими бойцами, жить в палатке, его в нижнем белье фотографируют. Он чем-то, знаете, похож на Лукашенко. Лукашенко в молодости, назовем так. Лукашенко также пытался всегда доказать, что он такой близкий к народу, он среди народа. Сейчас Лукашенко, конечно, преобразовался в такого уже слишком слоском политика, которого уже никак нельзя отождествлять народом. Он всегда находится через 5 кордонов от народа. Система безопасности вокруг него настолько сильная, что там народу-то не осталось, который может к нему подходить. То есть он ограждается от людей. Но Пригожин тоже, конечно, один фотографируется. Но вот эта линия, пиар-линия, которая объединяет, наверное, и Лукашенко, и Пригожина, она присутствует. Хотят показать такую вот простоту. Мы просто простые люди. Можем с солдатами ночевать, Лукашенко может по полям ездить и показывает, что он просто по земле ходит, а не какой-то там небожитель. Хотя в реальности, конечно, все наоборот. Это два человека, которые любят деньги и власть. Угу. А ще наша Державна прикордонна служба повідомляє про те, що станом на зараз Росія вивела фактично з території Білорусі майже всіх своїх військових. Це там може відбуватися в рамках ротації, але разом з тим, от з чим це пов'язано, що фактично на навчання, на полігони росіяни не відправляють нових мобілізованих? Ну, з одної сторони, я думаю, вони требують всі свої резерви сконцентрувати по лінії фронту для того, щоб
препятствовать контрнаступлению вооруженных сил Украины. И я думаю, что в этих целях они вывозят всех мобилизованных, которые проходили тренировку на территории Беларуси. С другой стороны, Лукашенко зарабатывает на этом деньги, и, наверное, у Путина нет желания платить дальше за подготовку российских мобилизованных на территории Беларуси. Третье, наверное, Россия в течение этого времени, уже более года, смогла выстроить систему подготовки на самой территории России, поэтому у них уже есть больше возможностей осуществлять эту подготовку в лагерях, в воинских частях именно в России. Третье, мы говорили о том, что и финансы здесь играют ключевую роль. Опять же, не хотелось, наверное, Лукашенко давать больше аргументов Путину, Путину давать Лукашенко больше аргументов, потому что Лукашенко как бы таким образом продает историю, что он поддерживает Россию, он работает также на российское общество. Я же, по крайней мере, вот обучаю российских солдат, пусть я не отправил свои войска в Украину, но я оказываю ту помощь, которую могу оказать в этой ситуации. Но это не означает, что это перманентный процесс, что вот они вышли и не вернутся. Мы понимаем, что это перемещение может носить постоянный характер. Выехали сейчас, могут заехать завтра. Опять же, прибытие того Вагнера, 60 машин, когда заехали с сегодняшнего утра, означает, что приходят другие русские, да, которые также находятся на территории Беларуси. Так что я не думаю, что здесь вопрос закрыт и окончательно решен, что российские военнослужащие не вернутся на территорию Беларуси. Угу. Ну, якщо повертатися до подій, які мали місце на полях саміту НАТО, то там, зокрема, зустрілися Джо Байден разом із Світланою Тихановською. Які результати цієї зустрічі і цих перемовин? Ну, встреча, конечно, носила в основном символический характер, но она важна, потому что все-таки мы понимаем, что президент Соединенных Штатов Америки – это лидер самой ведущей страны в мире. Сам факт встречи, даже пусть краткой, сколько бы она там ни длилась, это мощный сигнал. Сигнал белорусскому обществу, белорусам, которые не хотят жить под российской оккупацией и под диктатурой Лукашенко, что Соединенные Штаты Америки на их стороне. Это сигнал диктатору Лукашенко о том, что есть альтернатива, она демократически избранная, и Соединенные Штаты Америки стоят именно на этой альтернативе. И Лукашенко здесь не должен иметь иллюзий, что ситуация поменялась и США меняет свою политику. Президент США дал сигнал другим государствам мира, как союзникам, но и не только, что мы поддерживаем демократический выбор белорусского народа. Это в том числе и сигнал, а может быть просто классическое продолжение американской политики, которая выстроена уже на протяжении этих 3 лет после сфальсифицированных Лукашенком выборов, что они поддерживают демократические институты, президента-электа, объединенный переходный кабинет. То есть они поддерживают институты, которые могут представлять белорусское общество сегодня на международной арене. Ну а кто его знает, может быть, в ближайшее время смогут представлять уже Беларусь с территории Беларуси. События же развиваются, они не статичны, поэтому такая вероятность, а может лучше говорить о возможности, существует. Мы не знаем, когда она придет, но Соединенные Штаты Америки как бы уже закладывают фундамент в этот подход. Так что Лукашенко получил очень также серьезный месседж. Угу. З боку Лукашенка, його режиму, так, і з боку Білорусі у ці дні, в дні саміту, ми очікували якоїсь провокації. Але разом з тим ми побачили, як білоруський диктатор фактично відвідував ферми, позуючи на камеру. Що це було? Колхозник в трениках. Колхозник в трениках, который ходил по полям, он уехал подальше от границы там с Литвой. 18 километров от Беларуси находится Вильнюс. Там собрались руководители с точки зрения военной силы самых крупных государств мира, а в целом самый крупный военно-политический блок. И если бы Лукашенко был бы сильным политиком, а он таковым уже не является и не будет являться, он бы приехал в Гродненскую область. Он бы приехал в район, который прилегает прямо к, например, границе с Литвой, например, в Островецкий район, там, где он построил российскую атомную электростанцию, за которую Беларусь должна 10 миллиардов долларов. Но русские сейчас пролонгировали возврат долга до 1 апреля следующего года. Очередной подарок сделали диктатору. Ну, как раз-таки за то, что он помогает в войне против Украины. Поэтому Лукашенко просто слабак, поехал подальше от границы
и стал заниматься тем, чем он занимался еще до президентства. Он стал директором колхоза, совхоза, не в обиду крестьянам, потому что это люди, которые действительно работают на земле, тяжелый труд. Но это именно его роль, да, судьба так сложилась, что этот колхозник смог вылезти на ту должность, на которую он сейчас узурпировал. Это и беда, в том числе, белорусского народа. Но да, попить молочка, он даже хвалил там пляки польские, даже как бы давая посыл, что смотрите, поляки что-то тоже могут хорошее производить. Вообще я за мир, я такое молочко пью, вот тут фляки польские кушаю, по полям езжу в трениках, ну это буквально в трениках, смотрю на посевы, как там растут экспериментальные поля. Я вообще такой мирный. То есть он дал такой в том числе месседж Западу, что я вообще тут мягкий, пушистый, может быть, со мной и надо было бы о чем-то договориться. Угу. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Дякую. Нагадаю, друзі, Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, був разом із нами на зв'язку.